БК «Нижний Новгород» начал Новый год с выездной игры с Астаной в рамках Единой Лиги ВТБ. После большого перерыва НН провел убойный отрезок, набрав 18 безответных очков подряд, 26-8 в четверти. И все же Астана нашла силы на борьбу и сократила отставание до 3 очков. Отстоять преимущество помогли Джейкоб Одум, Стеван Еловац и Петр Губанов. А БК НН впервые в этом сезоне взял верх на выездной игре Банковской лиги 73-85. Григорий Жигин, объективно, спорт, ННТВ.